Итак, ребята, всем привет. Мы заходим в игру Returnal, которая вышла на ПК, эксклюзив бывшей Sony PlayStation. И сейчас вот она вышла на ПК, и мы будем играть, смотреть, что это за трэш. Поэтому, ребята, поддержите лайками. Если вы проходили эту игру на консоли, то делитесь об этом в комментариях. Я в нее не играл. У меня нет консоли, у меня есть только ПК. Тем не менее, я буду играть вот на этой штуке, на DualSense от пятой плойки. Поэтому будем кайфовать от всех тонкостей, вибрации DualSense. Окей. Эй. Надеюсь, меня слышно нормально, потому что я не знаю. Обзор. Обзор геймплей. Ну, на данный момент могу сказать, что графика кат-сцены прикольная и по тактильным ощущениям тоже круто. От геймпада. А вот слышно ли меня? В этом хороший вопрос. Кайфово. Ну, начало прикольное. В том числе из-за фишек геймпада мне тоже понравилось, как это все тактильно ощущалось. И вот сам непосредственно геймплей, я так понимаю, да? Типа геймплей. Мы играем за Селену. Я потерпела крушение. Селена Гомес. Я выжила. А Гелиас нет. Скафандр в порядке, но личное оружие пропало. Я на связи. Окей, ребята. Посмотрим. Надеюсь, видео не прервется. Хочу посмотреть, как работает звук. В общем, фиг его знает. Надеюсь, меня будет слышно, потому что, бляха-муха... Хотя нет. Ладно, погнали, в общем. Погнали. Мы рухнули на какую-то, не знаю, планету. Вот наш звездолет разрушенный. У нас есть мини-карта. И мы можем сразу бежать. Ну, это стандартное ускорение. Так, вот сюда пойдем, значит. Покидаю Гелиас. Иду к источнику сигнала «Белая тень». Белая тень. Подожди. А вот здесь, может, что-то есть. Тут, наверное, нифига нету. Игра у нас описывает это, как она хардкорная, типа. И каждый раз, когда мы умираем... В лесу много руин инопланетного происхождения. Древние стены, фундаменты, статуи. В общем, каждый раз, когда мы умираем, постоянно что-то происходит по-другому. Если верить описанию, а так ли это на самом деле, это предстоит выяснить. Опа. А чё? А, во, взяли. Новая запись, Аболит. Вы, если хотите, ребята, ждите, ставьте паузу, почитайте, я потом с этим ознакомлюсь. Не будем растягивать геймплей. Разведка. Атропос. И ролик заодно. Нашла
Труп разведчика Астра. Проверяю идентификатор на шлеме. Это... Имя на шлеме Селина было. Надыбал это оружие. Продолжаю двигаться к источнику сигнала. Окей. Это логично. Угу. Аптечка. Потому что плюсик на экране, значит, аптечка. Новая запись. Ознакомьтесь, если хотите, я потом все прочитаю, когда буду заливать видосик на YouTube. Запретные, запертые врата, ё-моё. Значит, идем сюда. Какая-то аватарская планета. О! Фантастический. Ты чё? Он сожрал кого-то. Он кого-то сожрал. Ну вот оно что. Можно даже не прицеливаться, наверное. Да ё-моё! Зацепило? Ух ты, от меня вообще. Из меня тот еще уклонист. Журнал. Нашла запись. Добавляю в хранилище данных. Запускаю воспроизведение. Разведка. Атропос. 30 минут с последним окрушением. Целые участки этого леса меняются местами после каждой моей... С последнего крушения. И не тут часто как... происходит? Когда я возвращаюсь, согласно протоколу Астра, меня не заберут, пока я не найду источник сигнала. Если вы это слышите, значит, вы тоже здесь застряли. Мы нашли ключ, который нужен тем вратам. Пойдем обратно. Я не помню, чтобы такое записывал. Ну, Селена, мы с тобой такое не записывали, это точно. Мы с тобой только высадились. О, прикольно. Ой. О, рывок. Ребята, я немножко опередил подсказку, сделал рывок. Ты чего, забирай. Лекарство нам надо. Обнаружена охранная система. Оба. Нам сюда надо или нет? Вроде да, сюда. Там, в принципе, аптечка есть, но мне здоровье полное вроде как. Опа, быстрая перезарядка. Этому меня научил Star Wars Battlefront. Такое. Тут еще не все. Уровень адреналина, улучшенное зрение. Да даже не дали подобрать. Ну все так быстро исчезло. Аптечка мне не нужна, но вот эта штука интересная. Давайте посмотрим. Неизвестный предмет. Сканируем. Что за ключ такой? Ну окей, продолжим. Забираем ключ.
Ой, вот мы подняли его, и сбой работы скафандра произошел. Добыть артефакты. Враги оставляют после смерти лужи кислоты. Понятно, ладно. Чтобы убрать негативный эффект, нужно выполнять задание. Что это такое? Серьезно? Оно реагирует? Его надо уничтожать? Да ладно, не может такого быть. Вообще не стоит туда стрелять, зря я это делаю. Ладно. Сложенные в кучу трупы инопланетных существ. Вероятно, строители этих руин. Может, это они отправили сигнал убегать. Ладненько. Значит, пойдем дальше. Вот это место. Выглядит как боевая арена. Тут что-то произойдет. Что следовало доказать? Охренеть. Чем он такой сильный? Походу не шутили, что игра хардкорная. Капец, она меня сейчас вырубит. Это, походу, специально так сделали. Возможно, ее можно победить, но я просто слишком заслоупочился. По сюжету так, по-любому. Астра, это Селена. Я жива. Меня слышно? Я на корабле. Скафандр в норме. И... Это со мной не впервые. Теперь уже от первого лица. Геймплей переменился. Это бред все. Прикольно. Какая как база какая-то, хаб такой. Говорит, возвращайтесь на место крушения без оружия. Такое оружие у меня вот в руках, нет? Так, подождите, этого не было в прошлый раз. А, играть по сети, спасибо. Я не играю по сети. Что это? Видимо, это не для меня пока еще. Ну, смотрите, тут новая локация.
Что ты там вякаешь? Сейчас я тебя загашу. Ага. Уровень адреналина повышен. Что здесь у нас есть? У нас здесь что-то внизу есть. Что? И что? В воду идти нельзя, да? Это что значит? Это пока еще я не могу этого делать, значит. Доступа к воде пока нету. Там какой-то сундук. Ключи не найдены. Запертый контейнер, нужен ключ. Вот этот ключ, например. Снимает порчу, ресурс какой-то. Окей, ресурс. Постоянный ресурс, который взаимодействует с иными временными потоками, снимает порчу. Берем. Эфир. Окей, я не понимаю. Вот сюда. Там вода, здесь сундук. Еще раз к сундуку подойдем. Ключи не найдены. Значит, лезем туда, наверх. По-моему, больше не вижу пока никаких вариантов. Да, именно так. Вот сюда, эти врата. Угу. Смотрите-ка, ключ. Или это не ключ? Ой. Как мне отсюда уйти? Вот так. Попробуем назад. Да мне, значит, показалось, что это ключ. Я вечно путаюсь. Я не успел осмотреть, потому что там вот эта штука атакует. Не хватало еще получить по жопе, но... Мы и так получили по жопе, между прочим. ХП вообще мало. И, значит, сюда пойдем. Немного сильфия. Ну, урон, блин, достаточно здесь сильный наносится. Туда можно не идти. Видите, там уже красный, значит, закрыто. Ключ нужен. Значит, идем в эту сторону. Ищем ключ. Это прям какая-то штука. Регенератор. Окей, ляжем в регенератор. ХП сейчас восстановит. Ой, я тоже весь красный. Что было? Фрагмент сюжета нам подали через регенератор, похоже. Очень похоже на это. Полученное инопланетное устройство. Думаю, оно мне пригодится. Угу. Окей, и что дальше? Мне все еще нужен ключ. Смотрите-ка. А, ну тут были ХП. Что она хочет от меня? Еще ниже надо, что ли, падать? Не, мне кажется, уже падать некуда. Что с этой штукой делать? Ха. Оу. Ладно.
Вроде какая-то идет штука. Куда меня ведет? Куда ты меня ведешь? Тут же все, блин, показано. Чего я не могу понять, куда идти, ё-моё. А? Там что? Два сундука, что ли? Хм. Туда, может, как-то можно было залезть. Не, во! Тут еще проход есть. Окей. Теперь понятно. Возможно. Что там? Есть вода, есть аптечка. Если я прыгну, я помру. Гениально. Бесподобно. Опа. Теперь в этот проход. Это что? Обнаружена новая технология. Она дополняет оружие альтернативным механизмом стрельбы. Нажмите на половину, чтобы прицелиться. На половину нажал. Мощный эффект. Пригодится. Хм, прикольно. Вот они придумали с DualSense'ом штуку. Ау! Да ну нафиг, пошел вон. Окей. Вроде все. С ними вроде все. У нас есть сундук. Неплохо. Ага, вот эта штука тоже какая-то. Вот и ключ. Сейчас заберемся повыше. Угу. Заполняет ячейку дополнительную. Ты не разнесешь стенку, я думаю, разнесешь. Ладно. Здесь у нас что-то. Какой-то вопросительный знак. Что это значит? Некий предмет нужен, чтобы активировать это устройство. Понятно. Ух ты, это оружие? Наверное. Очень похоже. Получено инопланетное оружие. Устройство похоже на наш карабин. Дробовичок. Там уже кто-то бегает, я уже вижу. Как менять снаряжение?
обнаружила огромную стену, из-за которой идет сигнал «Белая тень». Пересечь провал не могу. Пока что переключусь на исследование энергосигналов в лесу. Не надо воевать, он что-то вообще не воевательный какой-то. Разведка, Атропос. Кто отправил сигнал? Про белую тень знаю только я. А тут вдруг слышу про нее снова. Может, тут замешаны когниты? Но откуда им знать? Остается только верить, что вместе с источником сигнала я найду ответы. Он меня совершенно не атаковал, но мне показалось это странным. Я решил атаковать его первым. Таким образом, я оказался в выигрыше. Вдруг, если он мне захочет меня нападать, уже нападать некому. Ага. Ох, ни хрена. Какая пушка активненькая. Мне это определенно нравится. Охренели. Ха. Тут еще и местная фауна тебя гойл хочет загасить. Ё-моё, рано слишком. Что это там такое? Отвянь. Что это реально такое? Она со щитом. Как бороться с такой штукой, интересно? Которая в щите. Интересно. Как тебя ломать? Отвянь. Сейчас я напрошусь. Ух ты. Еще один ключ. Нет, я думал, это ключ. Ладно, пройдем мимо этого стража. Я взаимодействовала с другими версиями себя. Но боюсь, что однажды испытаю то же самое, став одной из них. А впрочем, действительно ли они это я? Или же просто пустые оболочки? Возможно, это и есть мое будущее. Хм. Это здесь все запутано и непонятно. Да ладно. Предмет какой-то. Угу.
Вот так. Ну, неразрушаемые. Как вас разрушать? Угу. Здесь сундук. Целых 3 прохода, я в шоке. Куда идти? О, это что такое? Опять что-то новое вот. Окей. Что ты мне дашь? Нормально. Окей, что у нас здесь? Угу. Схватить она меня хотела. Ты подумай. Охренеть, да тут опять какой-то страж или что? Живые когниты в пустыне. Не единственные формы жизни, которые мне встретились. Тут повсюду паразиты. Они укрепляют, одновременно ослабляют меня. Но несмотря на это, мне хочется прицепить их к себе. Столько всего здесь непонятного и интересного. Что вы мне сделаете? Ложки. А это уже какая-то зеленая. И все. Такая маленькая катсценка, вообще ничего не объясняющая. Прочность скафандра повышена. Максимальная прочность повышена. Прикольно. В общем, ребята, думаю, на этом хватит. Мы посмотрели эту игру. Я не знаю, здесь столько всего сразу дается, и ничего не понятно. Я не знаю, ребята, пишите в комментариях, как вам эта игра. Я не знаю... Я привык что-нибудь типа Uncharted, я не знаю, The Last of Us, God of War, но вот такое, нет. Я люблю, в принципе, игры про космос, все вот это. Не знаю, будем ли мы играть в нее в дальнейшем, что маловероятно. В общем, всем спасибо за просмотр, если вы досмотрели этот ролик до конца. Всем пока. Окей. Эти чуваки совсем не насрать, что ли? Ну, просто прикрывают глаза, когда по ним стреляешь. Охренели!